абсолютно податливый. Такие фокусы происходят только на этом участке. Процесс декорирования поверхности кирпича, это происходит именно на стадии участка формовки. Обматываем его стрейч-пленкой, вкладываем дополнительные там ряды бумаги, чтобы даже и сверху на него там мусор, грязь никакая не попадала. Всем привет! С вами компания «Печной мир». Добрались до завода ВЗКСМ. Сейчас находимся на улице на стенде. Нас встретил Андрей Плеханов, руководитель отдела продаж, работающий с дилерами. Сейчас как раз Андрей расскажет о продукции в трех словах: качество, марка, прочности. Вкратце получается, у нас два вида кирпича: светлосгущаяся глина и красная глина. В общем, порядка 12 видов лицевого кирпича, разных вариантов исполнения. В основном идет накатка на нашем кирпиче, но также есть и гладкие виды кирпича. Гладкие виды — это солома, слоновка и новинка — серебро. Остальные виды кирпича идут с накатом. Накат получается достигается методом обжига и добавления химреагентов. Ну и соответственно идет посыпка. В процессе эксплуатации на весь срок службы есть гарантия о том, что он осыпаться не будет. То есть в принципе качество кирпича очень хорошее. Есть история уже у клиентов из нашего кирпича построенная, как бы, ну, нареканий нету, людям очень нравится, и пытаемся популяризировать наш кирпич по всей России. Понятно. А вообще вот эта посыпка, говоришь, не слетает. Хорошо, она держится, осадки, снег, замерзание. Да, если даже можно, сейчас была бы вода под рукой, то есть у нас еще гидрофоб добавляется на кирпич, тычок и ложок, две грани обрабатываются. Соответственно, вода даже будет стекать с этого кирпича в текущем моменте. Но и посыпка, она на самом деле со временем, хоть шоркать его, как бы она остается, потому что вкрапления идут в самой глине уже, на ней запечатаны в глину, ну, в процессе обжига. Ну, а вообще по гидрофобизации узнал, да, что вы делаете, то есть ни разу до этого не слышал, может, ну, никто не афиширует, это же фишка своеобразная. Да, на самом деле, как бы, ноу-хау, но честно, когда я сталкивался именно с застройщиками, то есть, ну, с мастерами, прорабами, кто строит непосредственно на объекте, у них, ну, они сами как бы были удивлены, потому что делают из двух, допустим, видов кирпича, из нашего производства, из другого. Наш немного вкладку, когда ложат, больше, ну, времени нужно, чтобы он постоял, воду не берет, схватился, да, воду, потому что не берет. Но вот нюансы, да, за счет этого, как бы, все равно он, водоотталкивание, когда есть, он у нас пригоден как бы для Дальнего Востока, это очень хорошо, потому что там боковые дожди, влажность высокая, да. То есть, опять же, по составу кирпича, по характеристикам, у нас марка прочности 150-200 идет, 150 на светлую глину, на красную глину 200. Водопоглощение 8-12, а морозостойкость 75. То есть, в принципе, характеристики, все условия соблюдены в рамках, ну и везде востребован как бы по этим рамкам наш кирпич. Проходим по все объекты. Все понятно. Спасибо, Андрей. Пройдем сейчас на завод, посмотрим вообще, как этот кирпич производится. Угу. Пойдем. Мы попали в здание цеха с Михаилом. Сейчас пройдем по производству. Сейчас мы, я как понимаю, в начале пути. Сейчас в общих чертах покажу на схеме просто, из чего состоит весь цех. И дальше уже подробно по каждому участку пройдемся, посмотрим, как идет производство керамического кирпича. Да, Михаил инженер-технолог, соответственно, все знает и все покажет, как говорится. Так, ну все, начинаем отсюда. Да, то есть здесь у нас на плакате изображена общая схема цеха производства кирпича. Все производство разделено на несколько производственных участков. Все начинается с массоподготовки. То есть сюда наше сырье приезжает с карьеров. Предварительно его очищают, перемешивают, измельчают, увлажняют при необходимости. Стоит также установлено оборудование для подсушки сырья во время работы в межсезонье, либо в зимний период необходимо некоторые виды сырья подсушивать. Это все происходит на приемно-подготовительном участке. Там мы заготавливаем шахту. После того, как заготовили шахту, ее необходимо вылежать, чтобы она усреднилась по своим химическим свойствам, по влажностным показателям. Шахтозапасники? Это шахтозапасник, да. Здесь шахта наша вылеживается в течение от 3 там, до 5 суток, усредняется, так скажем, отдыхает перед дальнейшим производством. После чего у нас уже идет участок формовки, где мы нашу отдохнувшую уже подготовленную шахту еще раз перемешали
измельчили и подаем уже формовочные пресса, где происходит удаление воздуха из шихты и прессование в вакуумных прессах. После чего у нас из пресса выходит такой глиняный брус, который мы нарезаем с руднорезательных машинах уже на что-то похожее там на кирпичи. У них есть там определенная особенность, мы это сейчас посмотрим на участке формовки. Дальше свежесформованный кирпич-сырец попадает у нас в первый тепловой агрегат, это сушило. В сушилке происходит у нас удаление избыточной воды из структуры кирпича. И уже высушенный полуфабрикат попадает у нас на участок садки, где мы сушильных вагонеток пересаживаем на печные вагоны и подготавливаем уже полуфабрикат к непосредственному обжигу. Следующим этапом идет уже непосредственно сам обжиг, где при температуре свыше 1000 градусов происходит сам процесс обжига кирпича. Уже приобретает кирпич свои основные прочностные характеристики, приобретает уже такой насыщенный цвет. И уже на выходе из туннельной печи готовая продукция попадает на участок пакетирования, участок разгрузки, где происходит сортировка и упаковка готовой продукции уже на поддоны, сдача продукции на склад. То есть здесь также получается, это предпечь, потом да? печь. Но из опыта это получается советский стандарт, да? Скорее всего, потому что мы... снимали заводы и были на других, они схожи, то есть технология примерно одна и та же, да, идет? Технология, принцип производства керамического кирпича, он, в принципе, на всех заводах примерно одинаковый. Есть небольшие отличия, это проект итальянский, 86-го года, сам завод построен в 88-м году, запущен в эксплуатацию. Всего на территории России порядка то ли 17, то ли 18 аналогичных проектов. Оборудование итальянское здесь стоит или наше? Итальянское, немецкое. Да. А вот это что за место? То есть это... Это сушило, воздух. Это все сушило. Вот это именно такая... Да, то есть здесь подача теплоносителей из печи идет, и дальше уже он распределяется по зонам сушки. А масштаб совпадает с вашим? То есть это план именно в общих завода? В общих чертах можно масштабы, да, сопоставимы. В принципе, размеры печи, то есть сушилка протяженностью 140 метров и печь протяженностью 136 метров. Мы сейчас находимся прям в начале начал. Отсюда сюда заводится наше сырье. За территорией как бы завода находится у нас так называемый склад сырья. Туда наше все сырье, все наша глина, песок привозят уже непосредственно с карьеров. Временное такое место, под открытым, то есть открытое хранение на открытых площадках. Туда там у нас сырье такое, склад сырья, по большому счету. И уже с конусов сырье привозят уже в сами так называемые глиняные запасники. И уже отсюда фронтальным погрузчиком, который вот в соседнем отсеке сейчас работает, уже фронтальным погрузчиком идет дозировка непосредственно в сами пластинчатые питатели. Это разная глина? Здесь у нас одна глина, в соседнем отсеке это уже другой сорт глины. И еще у нас установлен еще один питатель пластинчатый, там уже непосредственно сам песок, который выступает в роли оттащителя. Для технологии. То есть сюда засыпаете, берете, засыпаете. Да, фронтальный погрузчик, да, засыпает. Сейчас мы подойдем туда, посмотрим, как этот процесс идет. Здесь у нас это пластинчатый питатель. В него происходит загрузка нашего сырья с помощью фронтального погрузчика. Загружаем сюда сырье и в заданных пропорциях, в заданных там скоростях происходит подача уже каждого ингредиента шихты на транспортерную ленту и передача уже этой пока что еще сырья непосредственно в первые перерабатывающие машины. То есть, все, здесь это действие сделали, глина пошла дальше. Да, то есть сюда сдозировали. Да, там соседний, он другую глину. Да, там уже другой ингредиент подается. Здесь мы сейчас здесь видим это выходные части с двух питателей, в которые в заданных там пропорциях происходит подача ингредиентов в заданных пропорциях
главным технологом сюда подается каждый вид ингредиента для дальнейшего приготовления шихты. И уже по транспортерной ленте идет подача материала на первые перерабатывающие машины, где вот как раз происходит дробление, перемешивание шихты. И то есть один конус отсюда, второй с соседнего, да, помещения? Да, да, и все подается у нас на одну транспортерную ленту и едет уже дальше на переработку. Ну, а здесь регулируете как-то, чтобы больше, меньше какой-то... Скорости питателя. Скорости питателя. То есть за счет вот этих лопаток, которые... лопатки, это бильный так называемый вал, он необходим для равномерной подачи, постоянной подачи материала. Mm-hmm. После того, как мы сдозировали наше первоначальное сырье, происходит первичная переработка сырья. То есть с карьера нам могут привести фракцию значительно больше, нежели мы способны переработать, и которая нам необходима по технологии. Поэтому здесь уже у нас подключаются первые перерабатывающие машины. Эта машина называется дезинтегратор. Ее назначение – крупную фракцию перемолоть, передробить до фракции не более 15 миллиметров. И уже, да, и уже после этого... Первичное измельченное сырье подается уже на следующую машину. Следующие такие дезинтеграторные вальцы, они у нас, кстати, совершенно новые, буквально там пару месяцев в эксплуатации стоят. То есть сейчас линия просто не запущена, а так сверху глина попадает. То есть по транспортеру, где мы сейчас были, подается уже сюда. Там работают два дисковых вала, которые вращаются навстречу друг другу. И вот в зазоры между дисками попадаются вот эти вот крупные камни и как грызет. Как, грубо говоря, это шреддер для бумаги, только раз глины 50 побольше. После дезинтегратора, когда мы уже крупную фракцию маленечко раздробили, вступает в дело следующая машина. Это камневыделительные вальцы, либо дезинтеграторные вальцы. То есть, в принципе, суть их работы заключается в том, чтобы ту фракцию, которую выдал нам дезинтегратор, измельчить еще больше. И в случае, если там попадается уже твердая порода, которую мы не в состоянии переработать, чтобы эту породу вывести из дальнейшего производства. То есть камневыделительные, они именно выделяют камни из сырья. То есть они в одной пропорции, там, размере. По большому счету там вступает дело физика и кинематика. Ну, тяжелее, наверное, там, на скорость. Да, то есть там работают, там также стоят несколько волков. Причем один волок, по-моему, гладкий, а второй уже имеет такие наплавки, ребрение такое. И вот когда камни ударяются об это ребрение, он просто их выкидывает. И то есть вот здесь вот видно несколько транспортеров. Хорошее сырье у нас идет по этому транспортеру на дальнейшую переработку, на дальнейшее производство. А камни, которые не способны, как бы, не нужны нам для дальнейшего производства, выдаются на отдельный транспортер и выводятся из производства уже за территорию. Получается, мы оттуда заводим-то, да? Ну, после той переработки. Да, то есть вот этот транспортер идет после дезинтегратора, дальше попадает на дезинтеграторные вальцы, и дальше уже вот происходит еще одна степень переработки, и этот транспортер уже на дальнейшее производство идет. Для накопления, для равномерной подачи. То есть если один участок, одна единица оборудования остановилась, в питателе есть небольшое количество сырья, пока это оборудование запускается, мы работаем с питателя, и дальнейшее оборудование, дальнейшая подача сырья идет равномерно, без каких-либо скачков по нагрузке оборудования. Именно сейчас, получается, питатель тоже не срабатывает пока. Сейчас он стоит, потому что дальше стоят у нас все, дальше следующая линия стоит. А сколько питатель может на себе, так скажем, закрыть времени на ремонт? По времени, в зависимости от производителя, в зависимости от того, сколько мы в него нагрузили, до нескольких часов. То есть как раз хватает время на запустить, да? После того, как мы грубую переработку сырья произвели, дальше уже вступают в работу машины для более тонкой переработки шихты, сырья еще. Установлено два комплекса вальц грубого помола.
То есть перед нами стоит один комплекс, и за нашими спинами это два абсолютно одинаковых устройства. Одну и ту же функцию выполняют. Да, функцию выполняют абсолютно одно и то же. Разница у них лишь в зазорах между волков. Какой размер выходит? Здесь у нас на первых пальцах зазор между волками не более 8 мм. На вторых пальцах уже не более 6 миллиметров. То есть глина же, правильно? Да, да, там то еще есть, глина. Там проходит и здесь потом проходит. Да, да, то есть мы плавно-плавно уменьшаем вот этот вот размер фракции, которую мы имеем на выходе. Здесь это уже непосредственно пульт управления всем вот приемно-подготовительным участком. Отсюда мы можем наблюдать, какая идет нагрузка на каждую единицу оборудования, какие параметры заданы, те же самые дозировка у наших питателей, которые мы в самом начале видели, режим работы перерабатывающих вальц и все прочее, какие транспортерные ленты работают, какие-то, может быть, есть нештатные ситуации, все отображается здесь, оператор это все видит. То есть все процессы, которые мы прошли, здесь обслуживаются? Да, да, контролируются, управляются отсюда. Прописывается кто, да? Да, да. Один человек занимается, правильно? Нет, ну в каждой смене здесь человек. В моменте один. Да, да, ответственный один человек всегда должен быть на любом участке. Ну да. Вот. Пройдя через комплекс вальц грубого помола, наше сырье подается в глиномешалку, самую первую, и после прохождения глиномешалки, как такового слова сырья у нас больше не существует. Дальше уже мы получаем на выходе шахту, то есть уже смесь. Да, то есть в принципе можно, конечно, считать еще на более ранней стадии, но все-таки считаю, что более правильно это после того, как мы ее нормально перемешали. И уже вот после глиномешалки мы уже получаем на выходе шахту. Сейчас поднимемся, посмотрим. А что добавляет? Два вида глины плюс песокоточитель. Следующая наша единица – это глиномешалка. Здесь уже как раз происходит смешивание всех компонентов для производства шахты. И на выходе мы уже получаем вот такую вот глиняную массу, глиняную структуру, перемешанную и подготовленную такую шахту. Осталось ей только вылежаться, усредниться по своей влажности, по химсоставу. И в дальнейшем она уже пойдет на дальнейшее производство, дальнейшую переработку. Ну а здесь получается, что она как-то перемешивается? Да, здесь стоят два вала, два шнековых вала, которые вот перемешивают и плавненько вот эту всю глиняную массу продвигают. А для чего вот через отверстие она проходит? Чтобы от мясорубки получается? Здесь уже установлена фильтрующая решетка, чтобы какие-то, если посторонние предметы все-таки попали как-то, чтобы они вот на этой фильтрующей решетке остались, и уже в шахтозапасник уже попала только максимально очищенная шахта. Потому что мы мельчили вроде, здесь опять бац, схлопнули. Да, но мы там еще перед формовкой мы еще раз измельчим, еще раз перемешаем. Там еще у нас переработки еще достаточно будет перед дальнейшим производством. Так, пойдемте дальше. Мы сейчас находимся в шахтозапаснике. Сюда как раз идет загрузка свежезасыпанной, свежезаготовленной шахты. Ее здесь вылеживают, усредняют, то есть отдыхает перед дальнейшим производством. Вот, то есть прямо перед нами сейчас как раз мы видим работу загрузочного моста. С помощью него происходит как раз вот эта вот засыпка свежей шахты, который еще здесь только предстоит вылежаться. Она здесь будет вылеживаться там от 3 до 7 суток. Будет формироваться здесь со временем такой конус из этой свежей шахты, который потом уже будем разбирать многоковшовым экскаватором. Как только вот эту площадь освободишь, он засыпет. Как раз уже к этому времени там пройдет достаточное время пройдет для того, чтобы уже наша шахта была готова для дальнейшего производства
и вот этот экскаватор переедет в начало шахтозапасника и уже начнет работать со свежей шахтой. В той части, где вот сейчас он стоит, там место он сработает, старую шахту, так скажем, на которой сейчас работаем, место освободит, и вторым загрузочным мостом будет происходить аналогичный процесс. И многоковшовый экскаватор так вот проезжает весь шахтозапасник. За неделю получается, да, наверное? В среднем, да. То есть ему примерно от 7 до 10 дней происходит вот этот цикл. Наполнение вот одного конуса с такой подачей? Не так много сыпется вроде это. Это только кажется, немного. За день получается, наверное, один конус тоже, да, выходит? Суток двое-трое примерно уйдет. Да. Это у нас многоковшовый экскаватор, предназначен для того, чтобы шахту, которая уже готова для производства, таким вот образом разбирать. Он проходит в поперечном и в продольном сечении шахтозапасника, срезая небольшой уровень шахты и подает через систему транспортеров на вальцы там супертонкого помола и дальнейшее уже на участок формовки. То есть он так забирает вот по этой... Да, то есть он с конуса срезает небольшой уровень, перемещается в поперечном сечении вот этого самого шахтозапасника. И после каждого прохода он чуть-чуть углубляет вот эту вот стрелу, чуть-чуть углубляет и проходит в обратную сторону. И так вот постоянно вот этот цикл повторяется. Сейчас мы находимся на участке формовки, это по большому счету сердце нашего завода. Здесь как раз происходит вот эта трансформация всей этой непонятной глины в что-то более привычное, более понятное. То есть наша шахта, которую мы заложили, она отдохнула, мы ее прогнали еще раз через вальцы супертонкого помола, измельчили, перемешали. Дальше вступает в работу уже наш формовочный пресс. В нем мы еще раз перемешиваем нашу шахту, плюс еще удаляем максимально весь воздух из самой шахты. И уже обезвоздушенную вот эту вот глиняную массу с помощью шнеков максимально уплотняем, сдавливаем как только можем. И на выходе мы получаем уже вот такой вот глиняный, гладкий глиняный брус. Просто именно процессы происходят под высоким давлением, там трение создается, да, поэтому здесь и температура несколько поднимается. Формовочного пресса выдавливается такой вот глиняный брус, так называемый мерный брус. Длина у него порядка там чуть больше 2 метров. После чего каждый брус заезжает в струнно-резательную машину. Мы его на нем накатываем фаску, разрезаем его на уже что-то похожее на привычного вида нам кирпичи. Так, как я уже говорил, есть у этого кирпича определенная особенность. Так как он все-таки сформован из такой специфичной массы, это глина плюс вода, то есть он по своей структуре на участке формовки, он как пластилин. Абсолютно податливый, в принципе, его можно, из него слепить сейчас на этом этапе можно все что угодно. Основные там свои прочностные характеристики он уже набирает либо в процессе сушки, либо уже после обжига. А два возьмем, Михаил, а? А вот здесь про фаску хотелось еще сказать. У меня всегда вопрос был, как фаску накатить, чтобы она получилась. И то есть тут мы видим, что он когда брус еще целый, то есть фаска прокатывается, а режется уже потом на две стороны. Правильно? Да, да. Сначала мы целый брус, пока он еще вот эти вот все наши отдельно взятые кирпичи не разъезжаются, намного проще, когда он целый. Накатать, и каждый раз на каждом новом брусе происходит, фаска будет накатываться в одном и том же месте, относительно целого бруса. Поэтому здесь смещение практически, его практически не бывает. Вот. Все, фокус? Да. И теперь самый
главный фокус этого кирпича. То есть он абсолютно податливый. Такие фокусы происходят только на этом участке. Ну а вот то, что вот на эти изгибы проверяется, да. Что это показывает? То есть показание какое? Здесь показатель такой, то что попали ли у нас посторонние предметы уже в непосредственно формующую оснастку. И мы видим то, что когда у нас на сломе, если гладкая поверхность, то это явно что-то уже у нас попало в нашу формующую оснастку и просто разрезает наш кирпич, который мы еще не видим. Мы это вскроется только в лучшем случае после сушки. Но это периодически. Вот это операторы проверяют практически на каждом вагоне, то есть примерно каждые 5000 кирпича происходит проверка, да, на попадание посторонних предметов в формующую оснастку. Именной надо какой-нибудь сделать кирпич. Можете сделать, в принципе, расписаться, мы потом вам отправим его. Да? Конечно. Давайте сделаем автограф. Но он точно доедет до нас потом? Мы постараемся. Мы отправим точно целый кирпич. Что до вас доедет, ну... Все, Михаил, ждем кирпич. Все. Доставим. Хорошо. Сейчас мы находимся уже перед участком формовки, где мы только что с вами были. Шихту забрали с помощью экскаватора нашего. Дальше у нас следует это вальцы тонкого помола. Там у нас зазор между валками не более 2 мм. То есть было у нас на приемно-подготовительном участке 15 миллиметров, потом 6 миллиметров, 4 миллиметра. И здесь у нас уже фракция, зазор между волками не более 2 миллиметров. Там перемалывается. Да, то есть сначала там, и после этого уже подаем на вальцы супер тонкого помола. Вот это уже после супер? Да, здесь уже зазор менее 1 миллиметра. То есть получается задача ее это... Максимально, да, перетереть, измельчить вот наше все, нашу шихту. На выходе вот такую вот пудру получает. Нет, это металлодетектор сработал очень вовремя. Какой-то металл приехал. Почти приехал. То есть и толщина вот как раз, да, миллиметр у него? Ну есть, да, где-то примерно около миллиметра, но не более, это однозначно. Потому что изначально зазор выставляется порядка 0,7-0,8 миллиметра. Понятно, во время работы волки чуть-чуть разъедаются, но... Это погрешность там 0,1-0,15 миллиметра, не более. Видно, Саш, толщину? То есть это после перемалывания? Миллиметр 0,8, правильно? Да. Дальше вот эта вся у нас перемолотая наша шихта отправляется уже на формовочный пресс. И там сейчас увидим, что дальше происходит. Сейчас мы подошли к сушилу туннельного типа, так называемый. Вот. Собственно, здесь у нас происходит процесс удаления избыточной влаги, которую мы затворили в структуре кирпича во время на этапе формовки. Во время сушки как раз происходит уже удаление избыточной воды, то есть наш полуфабрикат уменьшается в размере и уменьшается по своей массе. Плавно происходит увеличение температуры, увеличение объемов подаваемого теплоносителя и удаляемой влаги, за счет чего вот у нас такая так называемая кривая сушки происходит максимально плавно, и на выходе мы уже получаем высушенный полуфабрикат, который осталось только пересадить на печные вагоны и обжечь. Хорошо дует. Да, да, да. Выдувает или его постоянно? Туда зайдешь, там поменьше жара. Да, да, да. Это вот здесь вот перепад давления, поэтому здесь такой поток идет. Плюс мы тут еще и температуру там подняли. Сколько там сушили? Ну, в зависимости от режима, от производительности, там, от вида продукции, которая там находится, температура, допустим, вот здесь вот это так называемая сухая зона, либо горячая зона, здесь температура варьируется от 65 до 90 градусов. Mm-hmm. Ну, 90 уже можно подгореть, наверное, подплавиться. Ну, там, в принципе, особо никого и нету.
Вот. А для кирпича в некотором плане там повышенная температура, они в некоторых моментах только на пользу сыграют. Я понял. Кирпич высушили, идем печь. Да, дальше у нас участок садки, где мы пересаживаем сушильных вагонеток на печные вагоны и подготавливаем наш полуфабрикат непосредственно самому обжигу. Высушенный полуфабрикат у нас выезжает из сушилки и попадает на участок садки. Здесь мы последовательно сушильные вагонетки снимаем каждую полочку последовательно, и каждую полку мы переводим через сети там цепных столов под садочный захват, с помощью которого укладываем уже ряд за рядом на печной вагон, формируя вот такие вот столбы с полуфабрикатом. И после того, как мы загрузили целый печной вагон, уже отправляем его на обжиг. А вагон сколько рядов? 7 на 4 его размеры, 18 столбов по 15 рядов и где-то порядка 12 тысяч кирпича на одном вагоне. Пол вагона обычного, вагон вашего. И у нас получается... Всего в печи порядка 350 тысяч кирпича находится. И порядка 400 тысяч кирпича в сушилке единовременно. Ну, в этом помещении 400 да? тысяч кирпича? Да. То есть это сколько это проходит печь вот этот, ну, наоборот? Полный цикл. Ну, опять же, все зависит от режима. В среднем это занимает там, от 36 часов до 72 часов. У сушилки примерно такой же оборот, то есть там разница буквально в несколько часов. Ну а зачем там больше, чем проходит? Больше это связано больше с технологией. Просто обжигать там, в обжиге есть свои нюансы. Где-то можно ускориться, где-то нельзя ускоряться. То же самое и у сушки. Тоже где-то надо подольше подержать кирпич, чтобы он там маленько потомился, погрелся. То есть, ну, все это вот именно от технологии зависит. Так, ну что, посадили. И дальше в кирпичи просто у нас как бы такая буферная зона, накопление. А дальше уже из кирпичи ставим в печку. Процесс декорирования поверхности кирпича, это происходит именно на стадии участка формовки. То есть именно в тот момент, когда наш вот этот вот кирпич-сырец, он податливый, легко поддается каким-либо деформациям, ну и в принципе такой не особо сильно нашему влиянию сопротивляется. Просто если это делать после, допустим, сушки, вот как сейчас, то есть он уже... Сломается. Да, могут возникнуть некоторые проблемы в процессе. Но это накатка получается. Мы накатили, да. А вот этот цвет и песочек вот этот, который... Цвет и, допустим, вот этот вот цветной песок, который на поверхность нанесен, да, это все происходит все равно на стадии формовки, да, происходит вдавливание структуру в поверхность самого глиняного бруса, вот этих пигментирующих добавок. За счет чего, то есть это такая инвазивное окрашивание, то есть то, которое проникает именно в структуру кирпича. Есть там, допустим, в Европе применяется это ангобирование поверхности кирпича. То есть ангобы – это лишь тоненький-тоненький слой по верхней поверхности кирпича. То есть это связано там... Некоторые сложности в процессе эксплуатации, в процессе там, той же самой транспортировки. При, допустим, нашей технологии это уже происходит, даже если какой-то скол получился, то структура, она окрашена еще глубже. То есть вот эта глубина окрашивания мы получаем? Ну, по большому счету, да. Конечно, здесь еще край, но все равно она где-то на несколько миллиметров структура кирпича в глубину именно уходит. А когда, допустим, ангобирование именно кирпича происходит, то это поверхностное, то есть это именно на поверхность кирпича тоненькую, так сказать, пленочку нанесли, и все, эта пленочка при любом физическом воздействии, она отсколется, оттерется. Ну и еще тоже, ну, по краске все ясно, вот этот кирпич, когда после печи выйдет, он цвет другой примет? Да. Каким он будет? Это наша линейка, премиальная линейка, этот цвет у нас получится графит, но с таким, с коричневым отливом. Ну, то есть он темнее станет? Да. Да. То есть он после обжига у нас и сама база кирпича цвет поменяет, он не будет таким вот светло-серым, он уже станет таким больше молочного такого цвета, топленого молока. И сверху уже будет покрыт вот этим вот более коричневым оттенком.
А сам песок, он уже цвет свой не поменяет. Следующий у нас такой, наш основной участок, или там тепловой агрегат, это непосредственно сама туннельная печь обжига кирпича. Протяженность печи порядка 140 метров, то есть вместимость у нее единовременно порядка там 350 тысяч кирпича в ней находится единовременно. То есть после того, как мы печной вагон загрузили на участке садки, мы уже перегоняем печные вагоны в печку для своего там дальнейшего обжига. Сама технология обжига, она также подразделяется на несколько промежуточных этапов. То есть, связано это с тем, что нам надо еще из самой структуры кирпича удалить и влагу, которая осталась еще после сушки. В связи с этим мы плавненько начинаем поднимать температуру в обжиге. Установлен, допустим, мы в этом году произвели модернизацию печи, установили там дополнительные 50 горелок. Как раз для улучшения, для ускорения этого процесса. На топите газом? А? На газу работает? Да, печь газовая. Вот. И после того, как мы плавно-плавно поднимаем температуру, доходим до температуры свыше 1000 градусов. Вот как раз вот мы сейчас стоим на участке печи, где там за нашими спинами. Да, то есть здесь уже идет полноценный, высокотемпературный, так скажем, обжиг. Вот. То есть там температура свыше 1000 градусов на данный момент. И посмотреть сможем? Да, конечно, посмотреть можно через глазок. То есть мы сейчас не как в сушилке, оттуда воздух горячий не пойдет. Можно подойти, наклониться поближе, заглянуть. В принципе, оттуда точно никого там нет. А слева и справа это раскаленный до красна кирпич, а прямо напротив это работа газовой горелки, точно такой же с обратной стороны. То есть газ отсюда поступает? Да, да, то есть здесь отсюда воздух, газ, горелка смесительного типа. Я его не видно, как он горит. Это вот хорошая газовоздушная смесь, происходит полное сгорание топлива, никакого перерасхода не имеем. В принципе, когда горелка настроена правильно, то как раз там либо факел имеет там слегка розовый оттенок, какой легкий алый, светло-алый, либо вообще бесцветный. Не заметен, да. Ну, сейчас там есть, конечно, чуть-чуть видно его, но в целом это хороший показатель. При температуре там свыше 1000 градусов мы выдерживаем кирпич там от 6 до 8 часов. То есть он у нас вот жарится при максимальных температурах, выдерживаем его там. И уже только после того, как мы вот эту так называемую полочку выдержали, уже переходим на стадию охлаждения. В принципе, стадию охлаждения можно сравнить в некоторой степени с закалкой металла. В металлообработке тоже имеется такое понятие, как закалка, то есть раскаленный до красна металл погружает там либо в масло, либо в холодную воду. И за счет вот этого резкого перепада. Да, здесь резкий перепад? Здесь тоже, да, достаточно высокая. Ну, здесь как, не то чтобы резкий перепад, здесь мы ориентируемся на скорость изменения температуры. Вот, то есть и в моменте после того, как мы раскалили кирпич, разогрели его, спекли, мы достаточно увеличиваем скорость на снижение температуры. И вот именно за счет этого происходит такая вот стадия именно закалки, за счет чего вот мы уже получаем нашу марочность, прочностные все наши характеристики закладываются вот в этот момент. Сейчас мы уже вышли на готовую продукцию. Тот, что кирпич мы видели перед, после сушки, и проговаривали, да, по окрашиванию. То есть вот такой он выходит уже по факту. Меняется цвет глины. И здесь тоже цвет получается. Там он был желта такой, да, здесь ну, уже да. Приобрел такой цвет металла или как графит. Ну, графит, так называемая наша линейка. Ну, это образцы получается. Ну, это уже серийная партия. Ну, а вообще получается, то, что мы сейчас стоим около вагонеток, это тоже выход из печки.
Да, то есть они здесь тоже складируются, да, перед упаковкой? Да, да, это просто как бы линия накопления, чтобы у нас участок пакетировки работал ритмично, стабильно, чтобы у него всегда был здесь вот небольшой такой запасик печных вагонов с готовой продукцией. Там осталось разгрузить, упаковать. Короче, и все. Везде есть линия накопления. Естественно. Есть, как процесс не на 100%, нет, как это сказать-то? То есть, почему накапливаются? Везде стараются поднакопить запас. Чтобы ритмичная работа оборудования была. Чем ритмичнее работает тот или иной участок, тем более качественную продукцию мы получаем на выходе уже. Ну и бесперебойная подача товара уже. Ну, в том числе и, конечно, у нас на складе, как бы любая позиция нашего там ассортимента, она всегда есть на складе. Ну а вообще, вот сейчас мы, да, прошли по всем этапам. Узкое горлышко, какое, так скажем, где может застревать кирпич, то есть скорость общая завода. Склад который, маленький. Склада не хватает. То есть надо увеличить склад, его еще больше начать кирпича производить. Конечно. Ясно. Ну, это руководство, видимо, если... Ну да, это уже вопросы не к нам. Это у нас завершающий этап производства. Здесь наша готовая продукция уже снимается с печных вагонов после обжига. Сортируется, укладывается на поддоны, проверяется там на наличие каких-либо дефектов. И уже вот так же, вот как мы сейчас видим, малым пакетировочным захватом ряд за рядом укладывается на поддоне, прокладывается каждый ряд бумагой, в зависимости даже от вида выпускаемой продукции. Сама бумага, характеристика, параметры самой бумаги, они меняются. Где-то бумага используется там более плотная, более толстая, где-то на некоторых видах продукции даже используется гофрокартон. Прокладывается каждый ряд. И вот формируется вот на этом месте, на этом участке формируются поддоны с готовой продукцией уже. И вот в таком вот виде они уже подаются на следующую машину, на обвязчик, где обматываем мы готовую продукцию стретч-пленкой, да, и уже сдаем на склад готовой продукции. В принципе, оттуда уже разъезжается кто куда. Уже едет к нам, да, по потребителям, да, по дилерам там уже. Ну и завершающим этапом перед выходом готовой продукции уже, так скажем, свет является ее декоративная упаковка. Осталось нам вот готовые наши поддоны только защитить от воздействия там окружающей среды, чтобы там потребителю приехал, он чистенький, красивый. Обматываем его стретч-пленкой, укладываем дополнительные там ряды бумаги, чтобы даже и сверху на него там мусор, грязь никакая не попадала в процессе той же самой транспортировки, когда, допустим, там транспортировку идут, укладывают там, да, хранение, там, да, в ярусы, да, чтобы это верхний ряд не пострадал. То есть, соответственно, еще верхний ряд тоже прокладывается бумагой. Угу. Вот. Обматываем стретч-пленкой и уже на выходе получаем, да. Вагонетка пришла из печи, да? Да, из печи, как это, помещение, следующий цех. Ну участок разгрузки, да, разгрузки готовой продукции. То есть печной вагон уже полностью у нас готов к отгрузке, там ее упаковать осталось. Подъезжает на участок разгрузки, встает под так называемый разгрузочный захват. Здесь процесс обратный, как на участке садки. То есть, если на участке садки мы загружали полуфабрикат на печной вагон, так ряд за рядом укладывали его, то здесь мы просто уже берем готовую продукцию, да, снимаем ее, укладываем на цепные столы. Дальше у нас происходит там процесс сортировки при необходимости. То есть некоторые виды продукции мы, допустим, обрабатываем еще дополнительно гидрофобизатором, чтобы уже там на стройке у нас никто не заморачивался этим процессом. И уже подготовленный все, вот уже кирпич бери и строй, укладываем на поддоны, прокладываем там, да, каждый ряд бумажкой и отправляем на участок упаковки, обматываем его и сдаем. Но вообще гидрофобизатор, вот сейчас, да, говорит, то есть это постоянное действие, каждый кирпич или по потребности, по клиенту, клиент просит гидрофобизатор? Ну, клиенты, как бы, мы это смотрим уже по тому, по стоимости продукции.
по большому счету, мы, наверное, ориентируемся на стоимость продукции. Если мы можем там где-то рискнуть, мы, в принципе, отправляем без гидропобизатора. То есть, если это продукты, которые ответственны, мы уже, конечно, ее обрабатываем гидропобизатором, чтобы уже и у потребителя, у конечного, не возникало вопросов о том, что же у него там через 10 лет, через там, 30 лет произойдет с этим кирпичом. Это же дополнительная затрата. Это дополнительная, но это плюс для покупателя. Плюс для покупателя, то конечно, потому что ему не надо самому, допустим, этим вопросом заниматься, обрабатывать, защищать дополнительно свою кладку. Только поэтому. Ну, здесь у нас уже, да, у нас идет отгрузка готовой продукции. То есть, в принципе, у нас можем отгружать как и автомобильный транспорт, то есть, либо через верхнюю погрузку с помощью там, козловых кранов, либо же, допустим, автомобильными там, вилочными погрузчиками. Плюс нам обеспечивает логистику, это своя собственная там, железнодорожная ветка, с помощью которой у нас логистика упрощается, как и сырья для производства некоторых видов продукции, ну и, соответственно, также и отгрузка готовой продукции нашим потребителям. То есть вагонная отгрузка у вас также есть? Да. Да, все, по большому счету, всем обеспечены? Всем обеспечены. Ну что хочу сказать, все хорошо, завод работает, отгрузки идут. С Михаилом мы, наверное, будем прощаться. Спасибо, что провел, сделал такую познавательную экскурсию. Всегда рад. Приезжайте к нам еще. Хорошо. Нет, мы уже за продукцией, наверное, теперь только к вам. Ну все, всем пока. Смотрим обзоры, ставим лайки, подписываемся. С вами Бахаев Максим. Ну и, соответственно, ваш Печной мир. Все. Пока.